Здравствуйте, друзья мои. Сейчас у нас в Астане идут задержания гражданских активистов. Я хочу поддержать их и сказать им: дорогие мои, держитесь. Победа все равно будет за нами. И сейчас я хочу посвятить гражданским активистам стихи. Гражданский активист, кто это, что за человек, что это за явление природы, какие цели у него, о чем мечтает, что из себя-то в общем представляет. Гражданский активист, такой же гражданин, как вы, она, они, есть речь, есть зрение, которое все видит, и есть немаловажное сравнение с большой, огромной, спящей массой населения. Гражданский активист – это открытая душа, душа, которая взмывает, как волна, и ударяясь об огромную скалу. Что это? Переживание за страну, семью. Ох, злые языки, бездумные и глупые мальцы, партийцы, фейки, лицемеры, столкнуть с пути пытаются все время. Статьи, угрозы, слежки и много мерзкой лжи, постановлений. Но не может власть предугадать, что активизм заразителен. Вот так. Запомните, народ, не модно быть не активистом. Ведь это признак глупости, негативизма, невежественно делать вид, что ничего не происходит. Гражданский активист не экстремист. По праву Конституции он право на свободу слова защищает, право на жизнь, бесплатное образование, медицину и многие блага, которые с рождения он должен получать процент соотношений. Гражданский активист, кто это? Что за человек? Что это за явление природы? Это Шукеевы, и Жексибаевы, и Ягодилы. И этот тренд останется в истории страны. Алга, Казахстан!